Так, всем привет, ребята. Значит, надеюсь, вы хорошо будете меня видеть и слышать. Так, всем, кто присоединился, всем здравствуйте. У нас сегодня будет прямой эфир по макияжу. Собственно, я только что выкладывала сторис о том, что мы сегодня будем разыгрывать. Значит, из косметики для девочек, кому интересны макияжи. Это будет абсолютно новая палетка теней от Naked. Naked первый – это самая, наверное, используемая палитра для макияжа глаз, то есть это очень крутые тени, плюс там есть такие оттенки, которые можно использовать и как скульпторы для оттенения носика и скул и всего остального. У меня есть все Naked, но вот это вот, наверное, остается одной из моих любимых и самых часто используемых. Поэтому сегодня, кто угадает по итогу слова и напишет его первым мне в директ, вот, получит вот эту вот палетку. Так, значит, у нас в течение прямого эфира будет несколько буквок. Скажите, пожалуйста, как слышно, как видно меня? Вот, также не забывайте поднимать активность прямого эфира, это оставлять лайки, комментарии и так далее. Вот, сегодня я крашусь на встречу с подружкой, собственно, ничего такого особенного не будет. У меня, правда, уже есть стрелки утренние, я ходила за кофе, потому что я сегодня очень долго проспала, из-за того, что я не высыпалась все время в поездке, короче, поэтому пришлось быстро-быстро собраться, вот, но мне сейчас нет ни тона, ничего, я просто умылась, и на мне остались вот эти вот остатки, кусочки стрелочек, ну, которые я потом в дальнейшем исправлю. Так, сейчас я буду рассказывать поэтапно, как я делаю свой макияж дневной. Значит, ушки, это мы, кстати, нам подарили в Куршевеле, когда мы пришли в ночной клуб, там выдавали масочки, ушки, я вот себе отхватила такие ушки на память Куршевеле. Так, у меня сейчас несколько ушек, белые, черные, и теперь еще есть леопардовые. Так, нужно ли ИП в России для работы с брендами? Да, конечно, нужно. Вот, свет у меня тут от окна, сзади свет, это просто лампочка в коридоре горит. Так, еще раз повторюсь, что мы сегодня разыгрываем для девочек палетку Naked, и для девочек или мальчиков, смотря кто там смотрит, будет разыгрываться также у нас курс. Неважно, кто выиграет, вот, буквы буду сообщать по одной в течение прямого эфира. Для того, чтобы вы посмотрели весь прямой эфир, я буду говорить по одной букве примерно в промежутке 5 минут каждых. Эфир продлится всего лишь 25-30 минут, потому что мне потом нужно бежать. И я буду сообщать вам по одной буковке, чтобы вы угадали общее слово. Первая буква «В». Так, значит, теперь, что я делаю первое? Я наношу мою любимую базу. Это Estée Lauder Idealist, значит, и маленькое совершенно количество, у меня оно уже полгода, его на очень надолго хватает, оно стоит около 7000 рублей со скидкой, если вы приобретаете в магазинах Литуаль, либо Эльдебате, либо Золотое Яблоко, вот, но его хватает на очень-очень долго, и получается месячная стоимость там копеечная, то есть его хватит, наверное, мне, ну, одной для использования на год. Оно очень круто матирует жирные зоны, как, например, Т-зона, вот, значит, и очень хорошо увлажняет, если у вас где-то кожа, например, немножко такая сухая. Так, вы параллельно можете задавать мне любые вопросы, я отвечаю на все. Нет, слово не визаж, слово мне нужно написать в директ, смотря, ну, кто угадает. Первая буква, я уже говорила, какая. Вот, значит, следующий этап, который мы делаем, я наношу консилер. Значит, тонкий консилер, так как у меня нет особо синячков под глазами, я наношу немножко вот сюда. Это совсем тоненький консилер. Он у меня тоже от Estée Lauder. Вот такой вот оттеночек 3C. Но я, потому что смуглая, там есть оттенки и светлее. Но как бы вы выбираете консилер в любом случае под глазки светлее, чем ваш тон кожи. Значит, наношу я просто пальчиком его, не сильно там как-то запариваюсь. Я не скажу, из какой области слова, потому что вы сразу догадаетесь. Значит, нужно слушать и смотреть эфир, чтобы узнать, что за слово. Так, значит, вчерашний перелет был ужасный. Не хочу даже о нем говорить, потому что я, если честно, сильно напугалась. Отправлять ответ можно бесконечное количество раз. Главное, чтобы кто-то его угадал. Так, значит, плотным консилером я начинаю точно вот так вот подправлять изъянчики. У меня, кстати, вечером выйдет пост о моей косметичке, что в нее входит и так далее. Я всегда, если это какие-то прыщички в виде вот таких вот ярких покраснений, оставляю немножко подсохнуть, и потом уже мы их будем перекрывать. Сразу же нанесу в начале макияжа бальзам для губ, потому что у меня очень сильно высохли в горах губы. Бальзам у меня вот такой вот, очень хороший, очень всем рекомендую, круто увлажняет. Так. Ребят, игра у нас — это
я буду в течение прямого эфира примерно каждые 5 минут говорить по одной букве. И нужно будет угадать слово. Кто напишет мне слово первый в директ, правильное, тот получит приз. Первая буква «В» была у нас, да. Так, теперь, когда у меня немножко подсох консилер, я могу его немножко пальчиком вот так вот. Вы можете это делать кисточкой, то есть, если кто-то хочет пальчиком, можете делать пальчиком. Так, у меня тут еще один прыщик. Это ужас какой-то. Я прилетела в холод, и у меня сразу же покрылось все какими-то ужасными прыщиками. Так. Еще раз правило, ребята, в течение прямого эфира я буду сообщать по одной букве примерно раз в 5 минут, и вам нужно угадать полное слово, написать мне его в директ. Я не скажу, сколько букв, букв может быть неограниченное количество. Следующий этап – это нанесение тона. У меня тон – это Make Up Forever. Кстати, между нанесением тона и нанесением базы у вас должно пройти время, чтобы база хорошенько в вас впиталась. Не нужно наносить сразу же тон на базу, на мокрую, ну, на еще не впитавшуюся, потому что она у вас в таком случае скатается, скорее всего. Значит, тон я наношу вот такой вот кисточкой, которая состоит из натурального и ненатурального ворса. Вот, и мы, собственно, тонким-тонким слоем наносим на всю поверхность лица тон. Я тон наберу вот буквально вот такую вот капелюшечку на одну и на вторую часть лица. Так. Наносим тон на все лицо. Я делаю это очень быстро и не делаю никаких там особых спецдвижений. Главное, от центра лица к внешним частям лица, чтобы у нас не было эффекта маски. Так, все, нанесли тон. Что делать, если кожа постоянно обветривается? Использовать каждый день утром и вечером увлажняющий крем. Так, дальше мы наносим скульптор для того, чтобы создать рельеф нашему лицу. Я тоже кисточкой прямо все наношу. То есть это все максимально у меня ускоренный вариант мейка. Нет, это не дуофибра. Дуофибра выглядит вот так. Дуофибра вот у меня от MAC, это кисточка другая. Это у меня кисточка вообще от Faberlic, но она не дуофибра. Дуофибра это вот этой вот формы кисточка. А это просто кисть вообще для румян считается, но так как она здесь у меня вообще такой интересный здесь мех, в общем, она частично вот натуральная, частично ненатуральная. Ненатуральный у нас ворс помогает очень хорошо распределять тон по лицу, а натуральный он очень хорошо впитывает и то есть не будет какого-то эффекта такого плотного нанесения, потому что мне тон нужен совсем тоненький. Опять же, я наношу тон, потому что зимой лицо обветривается, и тон, он все равно частично защищает лицо от обветривания. Это у меня играет радио, называется «Свое FM», очень рекомендую, очень крутое радио. Вот, слушаю его постоянно, потому что всегда разная музыка, она не надоедает и просто хорошо очень так, ну, на фоне подходит. Так, напомню, что сегодня мы разыгрываем палитру теней от Naked. Если вы в Москве, вручу лично. Так, закрепила макияж вот этой вот матовой пудрой по некоторым местам, да, это места возле носа, где у нас носогубка, и на вот этой вот Т-зоне, потому что она у меня чаще всего жирнится. Вот, значит, свое FM, так и называется, просто свое FM. Вводите в гугле, и у вас оно высвечивается. Либо вы можете скачать на телефон приложение радио, и там будет у вас прямо иконочка свое FM. Как я начинала принимать заказы на обработку фото? Просто потому, что я выставляла красивые фотографии, и люди сами обращались. Так, следующая буква «Е». Итак, вот такие вот розовые румяна от MAC я использую для нанесения на яблочки щек, чтобы у меня был свежий цвет лица. Круговыми движениями. Если вы не знаете, где у вас яблочки, просто вот так улыбаемся и наносим на самую объемную часть.
Нет, слова не весна. Не угадали. Конечно, это было бы легко и логично, что скоро весна, и я загадала бы слово весна. Нет. Ребят, для проблемной кожи нужно тон пробовать. Я не могу рекомендовать, потому что, во-первых, я вас не вижу лично. Во-вторых, проблемная кожа, она может быть в разных, скажем так, местах проблемная. Проблемы тоже бывают разные и так далее. Так, следующий этап – это у нас нанесение хайлайтера. Хайлайтер у меня тоже от MAC, немножко с розовым оттенком, чтобы лицо было свежим. Кстати, если вы будете больше писать комментариев, лайков или каких-то значков, то наш эфир будет попадать в топ. Но я знаю, что вы не хотите плодить конкуренцию, чтобы выиграть в конкурсе. Так, значит, вот такой кисточкой я пушистой тоже достаточно наношу на скулы, на объемную часть скул. Именно на объемную часть скул. Для того, чтобы у нас появился дополнительный рельеф. Я потом подойду к окошку, и это станет очень хорошо заметно. И я использую дополнительно второй хайлайтер. Вот такой вот, это тени Пупа. Они супер дешевые, стоят 100 рублей. Вот, он очень красиво переливается. Наношу его на носик чуть-чуть, чтобы приподнять себе визуально кончик, на спинку носа, чтобы ее сузить. Опять же, дублирую часть объема скул и на внутренний уголочек глаза. Так, на губы тоже чуть-чуть. Так. Ребят, слово нужно писать не сюда. Слово нужно писать мне в директ. Потому что если вы будете писать сюда, то мне напишет миллион человек это слово, и потом будет у нас непонятная ситуация. Поэтому пишем в директ, сюда слово писать нельзя. Так, значит, следующий этап у нас бровки. Для бровей я использую мой любимый карандаш от Ольги Романовой. Вот, у меня это оттенок Taub. Очень классный карандаш. На обратной стороне у него есть расчесочка, сразу же, которая помогает вам его хорошо растушевывать. Так, ребят, слово вы должны угадать и написать мне его в директ. Потому что кто напишет слово сюда, он автоматически не будет выигрывать. Не могу сказать про что, вам нужно угадать, потому что я по одной букве в 5 минут говорю. Так, крашу брови, короче, пока что. Пока вы там можете написать какие-то вопросы, если у вас они есть. Брови я люблю прокрашивать, кстати, вот по волосиночке, чтобы они как натуральные смотрелись. Начинаю с основания. Веду во внешнюю сторону. Так, и немножко увожу к переносице. Так, и прокрашиваю вот так вот ворсом. Анютка, привет! Я в Москве на 1,5 дня, ребята. Я уже послезавтра утром улетаю на Байкал. Писала об этом пост. Так. Прокрашиваем бровку. Номер теней каких? Которые Пупа, которые для хайлайтера я использовала. Так, одну бровь прокрасили. Переходим к следующей. У меня выгорели брови на Бали очень сильно. И нет, я не крашу краской, потому что они потом от этого выпадают и портятся, особенно если делать это регулярно. Мне проще всего прокрашивать карандашом. Но я рекомендую использовать вам либо краску, либо хну не чаще, чем раз в месяц. Просто так как я часто путешествую по жарким странам, у меня постоянно они выгорают. Так, ребят, повторю правила игры. Нельзя ни в коем случае писать мне слова сюда, только в директ. Здесь нельзя перебирать варианты, потому что другие люди видят. Потому что некоторые зашли, те, кто не участвовал с самого начала эфира. Поэтому сюда писать ничего нельзя. Ребята, у меня сейчас маникюр ужасный, у меня отлетели все ногти. Вот, поэтому извините, что я к вам с таким маникюром в прямой эфир пришла. Сегодня сделаю ногти, схожу. Так, прокрашиваю теперь верхнюю часть.
У нас просто окна выходят, короче, во двор, и здесь постоянно нет солнца, и поэтому свет не очень хороший. Мне придет кольцевая лампа на днях. Правда, не знаю, какой от нее толк, потому что я не живу в Москве. Так, прокрашиваю. Следующая буква «З». Анютка, хорошо, я зайду. Я отношусь к перманентному макияжу хорошо для тех, кому это экономит время, и для тех, у кого не хватает времени на то, чтобы, ну, краситься там по утрам. Если это экономит ваше время, силы и нервы, то я за, ну, перманентный макияж. Но так как я визажист, и я крашусь достаточно быстро всегда, то я для себя никогда не хотела бы перманентный макияж, потому что, во-первых, я дико боюсь иголок, я вообще ничего не делаю с собой, никакие не перманентные макияжи, ничего. Нет, ребят, это не перманентный макияж. Перманентный макияж делается иголкой. Это просто карандаш для бровей от Романовой. Оттенок тауп. Для русых девочек, как я, идеально подходит. Так, можно подчеркнуть брови еще дополнительно корректором, можно не подчеркивать, как я пойму, по времени пойму, по переписке. Вот, если вы не хотите, чтобы ваши брови были, ну, слишком четкие, то есть, ну, например, может быть, если бы я пошла на вечер, я бы подчеркнула, чтобы макияж был более контурный. А сейчас они просто такие, как, ну, типа натуральные. Так, дальше, следующий этап у нас тени. Мои любимые тени – это, ну, во-первых, naked, да, которые я вам говорила, но, например, себе под зеленые глаза я использую более рыженькие оттеночки, поэтому я использую оттенок теней Huda Beauty. Вот такая вот палетка, она рыжая, оранжевая, такая коралловая, очень нежная, очень весенняя, красивая. Вот, и здесь есть и золотистые оттенки, светлые, и оттенки для более темных участков глазок. Значит, что мы делаем? Мы берем с вами для начала кисточку, вот такую какую-нибудь пушистенькую, набираем нейтральный оттенок, примерно такой, чуть-чуть темнее, чем наша кожа. И что я делаю в дневном макияже, это прорисовываю глазную складку. Глазная складка у нас называется орбиталь. Я рисую по форме миндалевидные глаза. И немножко фотошопываю внешнюю сторону, чтобы увеличить визуально глазик. То же самое делаю с другой стороны. Просто по складочке между подвижным и неподвижным веком. Вот так вот кисточкой. Начинаем прорисовывать складку. Так. Про вчерашний полет не рассказала, ребята, потому что у нас очень была ветреная погода в Москве, и самолет сильно трясло. Мы час лишний летали над Москвой, не могли сесть, потому что самолет просто кидало из стороны в сторону. Так как я еще приехала последняя на регистрацию, то мне дали последний ряд, и, короче, вообще был ужасный полет. Так, и теперь нижнее веко тоже прорабатываю этим же цветом. В губах у меня нету никаких миллилитров, у меня свои губы, я это говорила уже несколько раз и писала на эту тему посты. Вот, сейчас они просто покрыты у меня бальзамом. Помады от Худы я не очень люблю, они сушат губы, вот. Почему стрелочки? Потому что я говорила, что ходила за кофе, и я не стала их уже смывать, потому что все равно сверху буду делать подводку. Значит, теперь я беру более темный оттеночек, вот этот вот, и немножко затемняю внешний уголочек. Так. С одной и с другой стороны. Так, теперь беру светлые тени. Светлый оттенок — это вот этот вот молочный. И им я уже непосредственно прорабатываю подвижное веко слегка, для того, чтобы подчеркнуть объем. Следующая буква «Е». Так. Проработали подвижное веко, также по миндалевидной форме главное. Так. Внутренний уголочек также прорабатываю. Значит, такой маленький лайфхак. У кого близко посаженные глаза, то вам нужно немножко больше выделять светлым цветом. Если у кого-то широко посаженные глаза, то тогда темный цвет вы можете продвигать ближе к внутренней части глазика. Значит, я стушевываю дополнительно светлый и нейтральный оттенок на глазике, тоже кисточкой. Так, и теперь
Я сначала наклею реснички себе в уголочке глаз, и потом уже буду делать подводку сверху, чтобы сгладить переход. Так будет лучше. Так, значит, для этого мне понадобится клей для ресниц, пинцетик и сами реснички. Я делаю вот такие половинчатые реснички, которые у меня на половину глазика. Ответы буду смотреть после прямого эфира. Ребят, я не могу сейчас заходить и смотреть ответы. Так, у нас еще прямой эфир будет длиться 7 минут, поэтому успевайте. Я сейчас не могу проверить, потому что я с телефона веду прямой эфир. Так, значит, я беру небольшое количество клея и ресничку на пинцет вот так вот. И обмазываю край слегка в клею. Я не наращиваю ресницы, потому что мне не нравится, мне неудобно. Я ни разу хоть и не пробовала, но не хочу даже пробовать, потому что это... Я, в общем, не могу спать, когда что-то мешается на глазах. Так, мы даем подсохнуть реснички примерно, ну, секунд, я не знаю, может, 30. Можно не подуть. Так. Блин, не могу открыть зеркало, у меня руки в крему. Сейчас другое открою. Так, и ставим ресничку мы на внешний уголочек глаза. Кстати, ее еще не забывайте немножко подсогнуть под форму глаза. Ресницы держатся... Ай, упала, блин. Ресницы держатся... сутки держатся, пока не смоете теплой водой. Так, и вот так вот в уголочек ставим, прижимая их к коже между ресничным рядом и нашим веком. Не знаю, мне не нравятся нарощенные ресницы. Особенно, когда их клеят в 10 рядов, нарощенные ресницы, когда кажется, что на глазах какие-то пауки налипли. Если они естественно сделаны, то, в принципе... блин, я измазала волосы в клею. Не увидела, блин, лошара. Сейчас уберем. Клей силиконовый, очень легко смывается теплой водой. Ничего сложного нет. Ребят, я вот не знаю, чем я хочу заниматься через 5 лет. Я не знаю, чем я хочу заниматься даже этот год. Как я могу планировать на 5 лет вперед? Вы знаете, вот чем вы хотите заниматься через 5 лет? Я никогда не строю такие планы. Я вообще люблю спонтанность. Я даже поездки не планирую заранее никогда. Только впритык. Так, наклеили одну сторону. И теперь... вторую сторону. Если монобровь, надо ее выщипать. Вот и все. Так, то же самое делаем со вторым глазиком. У меня есть знакомая, она клеит ресницы просто как этот 4D объем. Это типа, когда тебе ресницу на ресницу, еще на ресницу и еще на ресницу клеит. И вот это вот вообще жесть смотрится, потому что выглядит, как будто бы реально какие-то насекомые на глазах налипли. Следующая буква N. Так. Осталось у нас 3 минутки до конца прямого эфира. Поэтому активно лайкаем и комментируем, чтобы успеть написать слово. Так, ресницы у меня Ardell. Ardell очень хорошие реснички, вот... Есть вот такие вот, но я беру, которые половинчатые, и клею на сам уголок. Нет, не про Лизу. У Лизы не такие ресницы. У Лизы они просто длинные. А есть госпожа одна, которая клеит себе 4D ресницы. Не буду говорить имен, но, в общем, это ужасно. Я говорила, что это ужасно. Да, конечно, кто выиграет, я ему напишу. Вот, потому что он выиграет вот такую палитру теней от Naked Urban Decay. И если он находится в Москве, то он выиграет также встречу со мной, потому что я лично приеду ему ее вручить. Так. Значит, следующий у нас этап. Сейчас ждем, пока у нас высохнут реснички. И я пока что накрашу губы. Сейчас я найду помаду. Я ей говорила, да, потому что я ей делаю макияж, и мне, во-первых, неудобно ей делать макияж, вот, а во-вторых, короче, ну, просто это некрасиво, это смотрится, блин, убого. Выиграет курс тот, кто тоже правильно скажет слово, первые два победителя. Так, теперь мы берем помаду от Tom Ford, у меня помада, она вот такого вот естественного оттенка, и я пока что накрашу губы, пока у меня сохнут ресницы.
И затем сделаем подводку, в принципе, все. Я сейчас не хочу использовать карандаш. Карандаш немножко сушит губы мне. Вот, поэтому... Не хочу. И, в принципе, я еду есть. Я, кстати, не очень люблю матовые помады, потому что они тоже сушат губы. И если вы используете матовую помаду, то я очень рекомендую сначала использовать какой-нибудь бальзамчик. Так. Все, накрасили губы. Остается у нас подводка. Подводка у меня от MAC. Вот такой вот, как фломастер, очень удобно. Так, быстренько делаем стрелочку. И заодно скрываем то, что у нас осталось от клея. Матовые помады, я имею в виду, которые засыхают, то есть которые в тюбике сначала как жидкие, а потом они становятся сухими. Ребят, спрей для закрепления макияжа — это все полная фигня, я вам так скажу. У меня была одна знакомая, которая закрепляла макияж лаком для волос. Вот это был трэш. Если мне нужна, например, более стойкая подводка, если я делаю какую-то фотосессию под водой и так далее, то я использую гелевые подводки. Вот гелеподводка от MAC, либо от Inglot. Очень мне нравится. Так. Теперь мы прокрашиваем второй глазик. Следующая буква «И». И у нас остается буквально 1,5 минуты до конца эфира, потому что мне нужно уже вызывать такси и ехать. Так. Так, стрелки есть. Тушь у нас осталась. Тушь у меня очень хорошая, Vivienne Sabo, мне нравится. Так, и прокрашиваем реснички вместе с теми, которые мы наклеили. И таким образом мы их делаем на одинаковой высоте и одинаковой по густоте. Если у вас ресницы, например, свои не очень хорошие, то тогда лучше не клеить уголочки, клейте либо пучки равномерно, либо цельные ленточные ресницы, не густые, чтобы не было слишком такого эффекта. Так. Мне вообще очень нравится косметика Vivienne Sabo. Она дешевая и классная, и вообще офигенная. Так. Нижний тоже прокрашиваю. Последняя буква Е. Все, кто написал слово сюда, они не выигрывают автоматом, потому что я говорила, что слово нужно писать только мне в директ. И правильное слово — это везение. Так. СМС я буду смотреть по времени. В Инстаграме всегда показывается время, во сколько отправляли, ну, сообщения. И я буду смотреть по тому, кто отправил первым. А ресницы у меня Ardell. Так, дополнительно чуть-чуть затемню внешний уголочек, уведу его в висок. И затушую кисточкой с консилером, ой, с корректором, простите. Так. Наверное, последний этап, который я сделаю, это будет хайлайтер на среднюю часть глазика. Если одновременно, значит, один получит косметику, а один получит курс. Так. Тот же самый хайлайтер, который я наносила на объемы и на контур губ, я наношу на среднюю часть века.
Так, все. Наш макияж завершен. Сейчас я покажу его на свету еще дополнительно. Ничего сложного, просто в основном это стрелочки какие-то и чуть-чуть бежевого оттеночка для... Блин, как в землянке красилась. В общем, вот такой вот макияж. Очень быстрый, свежий, ровный. А, в общем, да, вот тут чуть-чуть у нас еще есть блестяшечки. Так, покажу поближе, кому нужно. Вот, все мягко растушевано, очень естественные бровки. Уложила их сверху гелем. А, всем, друзья, в общем, спасибо за прямой эфир. Сейчас я зайду, проверю слово и выложу наших победителей в сторис. Если вы будете из Москвы, то я лично вручу вам палетку теней, которые я говорила. И, собственно говоря, на этом все. Слово было везение. В общем, тот, кому сегодня повезло, сейчас объявлю в сторис. Все, всем спасибо большое, что посмотрели мой прямой эфир. Жду ваших комментариев, лайков или слова, может быть, кто-то еще не угадал у себя в директе. Всем хорошего дня. Всех целую.